В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство. Индивидуальная предпринимательская инициатива» разработаны 5 региональных проектов. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам и создание системы поддержки фермеров, развития сельской кооперации. Вчера губернатор Сергей Морозов посетил предприятия, которым была оказана поддержка. Сферы их деятельности абсолютно разные. От технического производства до кулинарии. В домашней кухне от Арнольдовны глава региона попробовал пельмени. Продукция пользуется спросом у населения. Бизнес приносит прибыль и налоги в бюджет. Ну да, у нас вот ежедневное меню такое есть и банкетное, ну, чтобы люди могли у себя дома тоже устроить ну, красивый стол, сделать, организовать. То есть это мы все продаем в замороженном виде, и людям нужно только до готовности довести. Поддержать предпринимателей финансово задача непростая. Управиться за неделю сложно, дело не только, собственно, в деньгах. Сегодня день посвящен одному из федеральных проектов в составе национального проекта. Это расширение доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства. Не случайно мы его проводим в одном из кредитных учреждений, партнеров этой программы. Кредитовать бизнес не так просто. Кредитовать без залога сложно, но малому предпринимателю заложить нечего. Беззалоговый кредит – это отсутствие гарантий и высокий процент. Казалось бы, на первый взгляд банки просто не хотят давать, а бизнес брать. Однако не все так мрачно. За первое полугодие правительство и банки поддержали 5 проектов промышленных предприятий на сумму более 50 миллионов рублей. В 2019 году планируется докапитализировать региональный фонд поддержки предпринимателей на сумму еще в 50 миллионов с тем, чтобы довести к 2021 году капитализацию до 300 миллионов рублей. Всего же за все время существования фонда профинансирован 651 проект на сумму почти в 2 миллиарда. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ.